«Любовь живет 3 года». Это всеми известная цитата, совершенно непонятна семьям нашего региона, которые прожили в браке более 25 лет. Секретом крепких взаимоотношений поделилась семья Дорониных. Их любовь живет уже 55 лет и 3 года. «Нам никогда не было скучно. И до сих пор нет. Мы все время работали, воспитывали детей, внуков. Сейчас помогаем воспитывать правнуков». Семья Дорониных, так же, как и другие семьи с многолетним супружеским стажем, которые смогли сберечь семейный очаг, были награждены в этот день дипломами, медалями и памятными знаками за любовь, семью и верность. Здесь вот видим, какое количество молодых людей стоят. Очень важно, чтобы они задумались над смыслом этих слов, потому что смысл каждого слова – складывается то, на чем основывается жизнь абсолютного большинства людей. В день святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, в городе прошли массовые гуляния, интерактивные площадки и концертная программа. И я думаю, это хорошо, что в городе Ульяновске становится больше вот таких мероприятий, больше праздников. Вот. И я думаю, даже если погода где-то немножко нас провоцировала на какие-то, тем не менее праздник состоялся. Все здесь, кто присутствует, они счастливые, радостные. Завершилось массовое празднование выступлением российских звезд эстрады и праздничным салютом в честь великой силы любви. Кристина Жакот, Руслан Баталов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.